Общенациональный благотворительный фонд «Ярдан помощь» оказал продуктовую поддержку семьям мобилизованных, проживающих в Тюльчинском районе. Как и в ноябре, когда фонд оказывал помощь семьям мобилизованных с Кукмарского и Балтасинского районов Татарстана, 20 наименований различной продукции на общую сумму 2000 рублей упаковывались в одну коробку. Сотрудники фонда подготовили 84 коробки с продуктами. Отметив, что фонд занимается богоугодными делами, от имени главы Тюльчинского муниципального района заместитель Айрат Фатхулин вручил благодарственные письма руководству фонда Ильдару Буязитову, Ильгаму Исмагилову, Малике Гельмудиновой и сотруднику фонда Раилю Саидгазину. Сегодня по указу президента у нас мобилизованы по частичной мобилизации жители нашего района. Здесь у нас по поручению президента страны и по поручению республики Рустама Мирзоевича Миниханова. Значит, многое делается. Мы всегда стараемся помогать этим семьям, детям, женам, матерям. Вот сегодня мы сделали обращение фонду. Мы благодарны Ильхам Хазрату, Ильдар Хазрату. В общем, коллективу огромное спасибо за то, что нас поддержали. Мы за каждой семьей закрепили своих депутатов, руководителей организации. Сегодня, завтра, Лабиса, мы это все вот выручим. Мы очень благодарны фонду «Ярдам». Большое спасибо. Бигзур Ахмат.